Спорт учебе не помеха. Началась ежегодная спартакиада среди школьников Кустанайской области. Поэтому сегодня учащиеся соревнуются не только за партами в интеллектуальном развитии. На спортивных площадках они активно выясняют, кто из них быстрее, выше и сильнее. По традиции, команды из каждого региона будут соревноваться в 4 дисциплинах. Эти состязания будут проходить в Рудном и в Кустанае на протяжении всего месяца. В Рудном на ледовой арене прошло открытие ежегодной зимней спартакиады среди школьников Кустанайской области. Она включает в себя 4 вида спорта. Это зимнее президентское многоборье, хоккей, лыжные гонки и лыжный туризм. Результаты по президентскому многоборью уже известны, так как это состязание состоялось в январе. Теперь участникам спартакиады осталось побороться за призовые места в оставшихся 3 состязаниях. Так, сразу после официального открытия командам предстояло показать свое мастерство владения клюшкой на льду. Сейчас, на данный момент, у нас в связи с погодными условиями приехало 10 команд. Некоторые команды не смогли выехать из-за погодных условий, но, тем не менее, я думаю, что игры будут на уровне. Всего на спартакиаду прибыло порядка 150 ребят 2003-2006 года рождения. Для них самым серьезным испытанием стал хоккей. Первыми, кто приступил к игре, стали команды из Рудного и Узунколя. Всю игру горняк явно лидировал, и результат матча закончился в пользу хозяев со счетом 12-4. Все пацаны работают, стараются. Кто не попал, помладше ребята в МХЛ, доказывают здесь то, что они могут играть. Работают все, забивают голы, стараются. Я надеюсь, что мы выиграем этот турнир и займем первое место. Надеюсь, все будет хорошо. Все хорошо, играем хорошо. Остальные состязания, лыжные гонки и лыжный туризм, пройдут между командами в Кустанае на базе детско-юношеской спортивной школы номер 3. Лыжные гонки запланированы с 12 по 14 февраля. Туризм пройдет с 18 по 20 число этого же месяца. По окончанию спартакиады победитель будет выбран по сумме набранных баллов за все 4 вида спорта.